Загрязнение рек, вырубка деревьев, вымирание животных. Эти вопросы волнуют химкинских школьников. Чтобы привлечь внимание к проблемам, в Химках на территории школы номер 26 провели экологический флешмоб. Акция, посвященная Дню эколога, в ней участвуют практически все города Подмосковья, в том числе и наш город Химки. Школьница Арина Тамразян сделала на экологическую тему целый проект. Сейчас люди не задумываются о природе, мусора очень много. Например, в океане очень много отходов, например, пакеты. Животные могут случайно подумать, что это еда, и от этого могут умереть. Во флешмобе приняли участие около 300 детей из летних лагерей. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.